Наводнение среди зимы. Такой маленький ручей приносит большие неприятности жителям поселка Забайкальский. Дело в том, что именно в это время здесь начинается таяние льда от Байдонного ключа. И местные жители не могут пешком напрямую добраться до остановки, до дороги. Им приходится обходить как минимум 500 метров вокруг. Жаловаться горожане стали с выходных. До воскресенья лед еще стоял, но с потеплением началось подтопление. Теперь напрямик не срежешь, а те, кто на автомобилях, также наматывают круги. Пришлось вызывать работников комбината по благоустройству. На этом месте грейдер работает уже второй день. Его задача убрать весь лед и подготовить территорию для дальнейших работ. Проводятся работы по отводу талых вод от части дороги. По уборке будет приниматься решение по возможности обустройства какой-то временной пешеходной части для того, чтобы местные жители имели возможность проходить по этой части дороги. Проходить, скорее всего, будут по деревянным настилам, которые рассчитывают проложить в течение 2 недель. От капризов Байдонного ключа страдает и жилой сектор, однако там, напротив, лед не тает, его приходится пилить, чтобы не допустить подтопления дороги и дворов частного сектора. В этом году распиловку льда делали уже 2 раза. По словам городских спасателей, ситуация на контроле. Юлия Пермякова, Бато Гармын, новости дня.